женщина, как много в этом слове, мама, сестра, любимая, вы, несомненно, делаете нас лучше, активнее, добрее, вдохновляете на подвиги. Но до сих пор неизвестно, чего же на самом деле хочет женщина. В канун 8 марта мы попробуем узнать это у самих представительниц прекрасного пола. Любви, ласки, конечно, внимания любимого человека. Хочется весеннего настроения, а всем остальным пожелать хочется цветущего здоровья. И, наконец-то, чтобы у всех ощущение легкости весеннее настроение появилось, потому что очень уж все было затянуто, напряженно. В прошлом году весны мы вообще не ощущали. В этом году хочется наконец-то весны, лета, яркого, солнечного. Женщинам хочется внимания от мужчин, чтобы они побольше дарили нам радость, цветы, подарки. А в общем, хочется мира, добра, побольше денег, благополучия. И вокруг, чтобы все люди были добрыми и не несли плохие всякие, ну какие, можно сказать, плохое настроение, если так можно. Чтоб любили друг друга все. Вот чего. А что вы меня снимаете? Здоровье, мира, стабильности. Самое главное. И чтоб нам пенсию, чтоб цены не повышались. Цветов там, чтоб большого мишку подарили. Что там еще? Что ты хочешь еще? Не знаю, шариков, много шариков, мальчика хорошего. Самый большой подарок был бы для женщин, чтобы мужья были рядом, целые и невредимые. Тепла, солнышко и улыбок. Мира на земле и в душе. И чтоб Бог нас всех хранил, помогал. Самое главное. И всем здоровья. Женщинам и мужчинам, всем людям. Все желания обязательно сбудутся, а мы, мужчины, постараемся вам в этом помочь. Любимые наши, очаровательные, поздравляем вас с этим прекрасным весенним праздником.